Всем привет! Мы только что пообедали, теперь идем первый раз на море. Еще бы! Это кофейня. Это бассейн. Здесь мы кушали. Здесь тоже можно кушать. Я обязательно потом сделаю обзор. Сейчас у нас море. Траву косит. Мужчина, вижу, что траву косит. Снизу, по-моему, бар. Вот здесь. Сейчас полотенце еще возьмем. Алло. Алло. Данко шуин. Здесь можно набрать напитки всякие разные. И кола, и фанта, и айсты, и вода, и айран. В пакетиках. В общем, бери, не хочу. Бери, не хочу. И здесь даже... пляж на одной стороне, вот на вот этой вот, курящие, на этой не курящие, потому что здесь детская площадка. Вот за что я люблю Кемер, так это за эту чистую воду. Вода, конечно, здесь чистая. Сейчас тоже пойду купаться. Вода прям бирюзовая. Смотрите, ну разве это не красота? Вот чистейшая прямо. А рыбок сколько? Божечки мои, сколько тут рыбок. Смотрю, ходят где-то мороженое берут. Пошла и я взяла. Здесь тоже можно фрукты взять. Вот в таких вот маленьких баночках. Любой тортик. Отсвечивает, правда, не очень хорошо видно. Вот такое вот мороженое есть. С 11 до 18. И еще мороженое есть вот такое вот, которое не накладывают. Сам подходишь и берешь. И здесь тоже делают вафли. Клубника. А здесь просто чипсы. Чипсы можно брать и любой алкоголь.
Я себе заказала клубнику. Сейчас мне женщина сделает клубничку вместе с вафлей. Разве это не красота? Спасибо большое. Спасибо. Такой резкий перепад видео. Девчонки, мы лежали на пляже. Мы вымотались, да нет. Поэтому поднялись в номер, маленько поспали. Сейчас у нас уже 7, начало 8. Поэтому мы идем ужинать. И что я забыла? А, кстати, пока мы ужинали, пока мы спали, нам принесли халаты, девчонки, как и обещали. Вот два халата. Один мой вот, а другой с Роминой стороны лежит. Кто не знает, я объясню. Потому что мы в сети Ака уже второй раз. Нас сразу спросили. Были мы здесь, не были. Мы говорим, да, мы здесь были. В сети Ака мы сейчас уже второй раз были в Ака Антедон, сейчас в Ака Алинде. И у них такой есть презент, то есть даются халаты бесплатно. А так, по-моему, за 5 евро, за весь отпуск. И фрукты и вино в подарок. Это вот нам принесли вчера. Нет, сегодня. Видите, я уже по днях сбилась. Поэтому мы сейчас идем на ужин. Если будет какая-то программа, засниму программу. И обязательно сходим на базар. Нам нужна белая рубашка. Знаете, вот есть такие типа как марлевые белые рубашки. Вот. И что я забыла, девчонки? Я забыла сумочки вот эти вот. Ну, свои дамские, знаете, вот через плечо. Вот забыла, и все. У меня только вот свой рюкзак и вот это вот, как на живот сумка. Но я же ее не одену с этим платьем. В общем, как-то так. Буду без сумков. Или Рома будет ходить всегда с рюкзаком. У него свой рюкзак есть. Это вечером у нас такой вид с балкона. Это уже остатки. Я тут сейчас много не поснимаю, потому что людей очень много. Это вот я смотрю, пицца. Так же, как и в обед, было рис. Гуляш, наверное, здесь. Сырная нарезка, мясная нарезка с той стороны. Фрукты. Это брюссельская капуста, картошка фри. Арбуз, дыня. Ну, сейчас с вами еще на улицу сходим, посмотрим, что там делают. Выпечка. И сейчас посмотрим, что на улице. Потому что там, где все основное горячее, там очень много народу. Очень много. Здесь, наверное, рыбка, я так думаю. Нет, здесь не рыбка, здесь гриль из говядины. Что здесь? А это что? Ну и здесь шпагетти. Так, все, пошла я, в общем, искать Рома. Это просто мы маленько сегодня задержались. Завтра уже, наверное, или послезавтра я сделаю, приду одна из первых. И мне так проще делать обзоры, когда народу очень мало. А сейчас, смотрите, прям много народу. Тарелочки такие. Видите, клубничка. Hello. А вон то мороженое потом будет. Thank you.
такая получилась тарелочка. А нет, без мороженого. Все, поужинали. Теперь можно идти пройтись по магазинчикам. Вот наш выход. И где-то вот здесь наверху, где-то вот здесь находится наш номер. Я вообще люблю отдыхать в октябре, потому что ты ходишь, тебе не жарко, пот не бежит, ты не потеешь, прохладненько, хорошо, но прохладно приятно. Не надо одевать кофту, там штаны, вот я в платье, и очень приятно. Хочешь, прям наслаждаешься. У нас насчет таких магазинчиков даже далеко выходить не нужно. Вот сразу выходишь из территории отеля, и вот они, магазинчики. Лево, вправо, вправо, влево. Так, что, пойдем, наверное, налево. Иду, иду, музыки нет, думаю, надо поснимать. Только включила телефон, включилась музыка. Ой, какая красота, смотрите, какая красота. Саша, подойди сюда. Килограмм? Так, дальше идем. А где Рома? А. Текстиль, наверное, турецкий. Здравствуйте, заходим через кадр. $10. О, надо, кстати, не забыть купить эти перчатки. Это потом, когда уже будем домой. Мы только приехали, это потом, когда домой будем. Спасибо. Потом, когда уже. Девчонки, вот он этот мишка, который я видела и в июле, видела и в июне. Нет, в августе. В общем, вот этот вот мишка. Я его обязательно потом возьму. Такую футболку я не пропущу. Я хочу ее. Вот они, вот эти мишки. Обувь. Это кожаная. Сразу видно, что кожаная. И потом зайдем, посмотрим. Все потом. Сегодня мы пока просто все обходим, смотрим, где что есть, где что можно посмотреть, где что можно купить. Здравствуйте. Мне так нравится, как они вот это вот выкладывают, эти приправы всякие, ну очень красиво. Проходим мимо отеля Альвадона. Если мне разрешат, я хочу сделать обзор этого отеля. Я у кого-то видео видела, мне очень понравилось. Там такая территория просто громадная. $3 вот такая вот упаковка. $3. Вот опять сейчас проходим возле этих мишек. Но нравятся они мне, неравнодушны я к ним, к этим мишкам. Киса, смотрите, на кассе сидит. Ну вообще лапочка. Хорошенькая такая. Красавица. Уйти, лапочка какая. Что здесь? А, это мы их сегодня ели. Ром, это мы же их сегодня ели, да?
в килограмме сколько штук будет? 20. А сколько стоит, он сказал? 10 баксов. Килограмм. Ага. Все, мы уже вернулись, купили рубашку с капюшоном. Почему? Потому что у нас есть планы кое-куда поехать, а там мы будем целый день под солнцем, и такая рубашка просто ему необходима. Поэтому купили такую рубашку, она стоила 25, ну, минус 5 евро, а дали, в общем, за нее 20 евро. Я не знаю, стоит у нас таких денег, не стоит, но нам она нужна, поэтому купили. Рома сейчас пошел наверх относить. Наверное, сейчас кофе попьем, и потом какая-то будет программа. Сейчас пока еще детская программа, я вот слышу детскую музыку. А потом вроде бы будет как будто Майкл Джексон. Ну, пародия на Майкла Джексона. Вот это вот освещается, это Альвадонна. Завтра, может, здесь на пирсе ляжем? Зонтики есть, можно. Сейчас тепло, 25 на улице. Вон кто-то лежит, отдыхает. Вон там тоже люди отдыхают. Ну там дети, по-моему, ну, такие подростки. Зря мы с тобой фонарик не взяли, Ром. Сейчас посветили бы рыбок. А ничего не видно здесь. Ничего не видно. Вот эти вот это круги спасательные. Вот круг спасательный. Вот круг спасательный. Это вот отсюда. Это все наш отель. И до вот до отсюда. Ну все, я с вами буду на этом прощаться. Всем хорошего вечера или хорошего утра, хорошего дня. Пока-пока.